Настоящим бедствием в борьбе с ковидом стали липовые сертификаты о прививках. Ушлые дельцы зарабатывают на безответственных гражданах, а обладатели заветных сертификатов и QR-кодов заражаются ковидом и разносят заразу, вводя в заблуждение и лечащих врачей, и работодателей. На руку мошенникам работают и агрессивные антиваксеры, что отговаривают россиян делать прививку под самыми глупыми и антинаучными предлогами. А ведь поддельные сертификаты – это билет на тот свет. –